Привет, привет, привет! С вами Любовь Смолинская. И я решила записать небольшое видео, чтобы ответить на многочисленные поступающие к нам вопросы по поводу премьер-клуба. Что такое премьер-клуб и что он дает? А дает он в первую очередь деньги и доход. И в этом видео я вам об этом расскажу. Итак, что такое премьер-клуб? Премьер-клуб – это 150 личных баллов бонусов в каталожный период. Если вы сами набираете 150 баллов бонуса, то вы становитесь участником премьер-клуба. Никогда не были такими привлекательными и выгодными условия участия в премьер-клубе, какими они стали с 13-го каталога 2015 года. Вам крупно, ребята, повезло. Действительно, сейчас это очень-очень-очень-очень актуально быть в премьер-клубе. И мы всем вам советуем. Что вы имеете, являясь участником премьер-клуба? Если вы делаете лично 150 баллов, вы получаете, естественно, скидку консультантам, 20%, ее получают все. Ну вот следующее. Новая скидка премьер-клуба 10%. Это на самом деле совсем не маленькие деньги, а очень даже серьезные. По итогам каталога компания считает, сколько вы набрали баллов. Если больше 150, то вам полагается бонус премьер-клуба 10%. Он начисляется от цены каталога всех ваших заказов и выплачивается вам на предоплату в начале следующего каталога. Вы можете этими деньгами воспользоваться. Также, начиная со 150 баллов, вам полагается первая объемная скидка 3%. Сделав 150 баллов лично, вы уже гарантированно выходите на уровень 3%. А если под вами есть группа, и вы набираете уже не 150, а вместе с группой набираете 450, 900 баллов, 1800 баллов, то вам объемная скидка полагается уже не 3%, а 6, 9, 12, 15, 18, до 22% от группы. Итого. Будучи в премьер-клубе, вы зарабатываете 32% минимум, а может быть даже и больше. Почему 32, спросите вы? Нас спрашивали почти все. Если считать 20 плюс 10 плюс 3, получается 33. А мы пишем 32, потому что у нас все по-честному. Мы считаем от потребительской цены, а объемная скидка 3%. Она считается не от потребительской цены, а от ОП, от объема продаж за вычетом НДС и других налогов. И поэтому в пересчете на потребительскую цену 3% превращается в 2%. Поэтому, если считать точно, то будет 20 плюс 10 плюс 2, 32% минимум получает участник премьер-клуба. Дальше. Наверное, это даже надо было поставить на первое место. Причина быть в премьер-клубе. Потому что если вы в премьер-клубе, вы начинаете получать доход от вашей структуры. Какая бы огромная под вами ни была группа, какой бы товарооборот она ни делала, вам будет начислен доход только в том случае, если вы выполняете одно из двух условий. Первое условие – вы делаете лично 150 баллов бонуса. И второе условие – вы можете выполнить, если у вас есть один квалифицированный рекрут. Что такое один квалифицированный рекрут? Это новичок, который зарегистрировался в этом каталоге и сделал 100 баллов бонуса на свой номер. Но этот новичок должен быть зарегистрированным лично под вами в вашем первом уровне. А так как мы рекомендуем строить группу веточками, да, чтобы у вас было 2 ветки, 3 ветки, вы регистрировали людей в глубину, углубляли эти веточки, то ваши новички, они могут оказаться в глубине. И они к вам не будут засчитываться как квалифицированные рекруты. Это во-первых. А во-вторых, когда вы подписываете человека, вы не знаете, сделает он 100 баллов или не сделает. Конечно, он заинтересован, ему за это идут подарки, но он может и не сделать. Поэтому всегда надо рассчитывать на себя. И мы всем говорим, что если вы хотите получать от группы доход, не надо делать квалифицированного рекрута. Надо всегда делать личных 150 баллов бонуса и входить в премьер-клуб. Будучи участником премьер-клуба, вам полагается еще масса всяких преимуществ, не только 10% и не только доход от группы. Вы также можете получить скидку 50% на любой понравившийся вам продукт в каталоге.
И неважно, сколько этот продукт стоит в каталоге, и неважно, есть на него сейчас в каталоге какая-то скидка или нет, вы можете взять его как участник премьер-клуба за полцены. Условие такое: два раза войдите в премьер-клуб, и на третий каталог вы можете получить продукт за полцены. Если вы входите в премьер-клуб постоянно, из каталога в каталог, то продукт за полцены вы тоже будете брать постоянно, из каталога в каталог. Это очень-очень выгодно, и на самом деле здесь можно получить дополнительную прибыль порядка там 600 тысяч рублей, если вы берете продукт за полцены. Вот представьте, у нас сейчас новинка Giordani Gold Essence, туалетная вода, и стоит она по каталогу 2500 рублей без скидки, да, а вы ее можете взять за полцены. Круто? Очень круто. Ну и так, давайте подытожим и расскажем еще о некоторых преимуществах участников премьер-клуба. Вы получаете, во-первых, доход от группы. Во-вторых, вы получаете бонус 10% как участник премьер-клуба. Бонус 10%, если вы делаете ровно 150 баллов, то это примерно 700-800 рублей. Будет посчитано все точно. В-третьих, вы получаете скидку 50% на любой продукт, если вы ходите в премьер-клуб дважды. В-четвертых, вы можете делать заказы из каталога эксклюзивно для премьер-клуба. В ваши заказы будет вложена брошюра, такой небольшой мини-каталог, помимо нашего обычного печатного каталога, еще мини-каталог, по которому могут заказывать только участники премьер-клуба. И действует этот мини-каталог со второй недели основного каталога. Кстати, там очень классное предложение, всегда очень большие распродажи, очень вкусные цены. И что еще тоже очень важно, и я всегда пользуюсь, в этой брошюре эксклюзивно для премьер-клуба есть новинки будущего каталога. То есть то, что еще в основном каталоге не представлено, что будет продаваться только в следующем периоде, по каталогу эксклюзивно для премьер-клуба, как участник премьер-клуба, я могу заказать новинки будущего периода. И еще одно преимущество. Участникам премьер-клуба предоставляется возможность по льготной цене приобрести не 5, а 8 каталогов по той же самой стоимости. За 149 рублей вкладывается набор не из 5, а из 8 каталогов. Чтобы делать баллы-бонусы, большие заказы собирать, было еще проще и удобнее. Итак, кто в премьер-клубе, тот сразу получает доход, тот видит деньги буквально с первых дней работы, и тот быстро растет по карьерной лестнице. Почему? Потому что он видит деньги сам, он имеет личный опыт и может этот личный опыт передать своей команде. У нас в Oriflame действует правило дупликации. Ваша команда будет делать то, что делаете вы. Если вы делаете 20 баллов бонуса, и ваша команда будет вас повторять, и у вас будут такие же партнеры, кто будет делать по 20 баллов бонуса. Если вы входите в премьер-клуб и делаете 150 баллов, ваша команда будет вас повторять, и ваши партнеры тоже будут делать по 150 баллов. Размещая личные заказы на 20 баллов бонуса, вы не имеете дохода. Как мы уже говорили, да, доход начисляется, если вы делаете 150 и выше, и ваша команда не имеет дохода. Как вы думаете, ваши партнеры долго будут работать вместе с вами без дохода? Будет эта команда стабильной или нет? Я думаю, что не очень долго. Если вы делаете лично 150 баллов, если вы пришли сюда за деньгами, то при условии 150 баллов вы зарабатываете с первого месяца. Как только сделали 150 баллов, вы уже имеете доход. И ваша команда тоже зарабатывает. Смотрите, исходя из правил дупликации, если у вас средний заказ 20 баллов, чтобы вы стали директором, да, чтобы ваш групповой товарооборот был 7,5 тысяч баллов, это директорский товарооборот, вам надо в группе 375 активных человек, то есть людей, кто разместил заказ, 375, а всего, естественно, больше, потому что заказы будут делать не все, и люди будут приходить, уходить, постоянно будете набирать новых, и это будет бесконечный процесс, поэтому 20 баллов – это вообще не наш вариант. При среднем заказе в 150 баллов, для того, чтобы вы стали директором, в группе должно быть 50 активных человек. Просто несопоставимо. А товарооборот групповой будет такой же, 7,5 тысяч баллов. И эти люди будут зарабатывать, они будут нацелены на карьеру, и ваша группа будет расти постоянно. Те люди, кто под вами, кто зарабатывает, они поняли смысл бизнеса, и они также будут стремиться выйти на уровень директора, а, соответственно, вы будете расти по карьерной лестнице дальше.
Итак, цель есть сделать 150 баллов. Как же это сделать? Вот вам 8 вариантов. Пожалуйста, используйте все, как можно сделать 150 баллов. Первое – личное потребление. Мы, например, с семьей делаем заказы не на 150, а, наверное, на 300 баллов бонуса каждый каталог, потому что у нас семья большая, мы все пользуемся только косметикой Reflame, мы 100% потребители косметики Reflame, и у нас нет необходимости ходить, продавать, собирать заказы, потому что только своей семье мы делаем 300 баллов, всегда и стабильно. Из года в год, уже больше, наверное, 15 лет, 300 баллов бонуса – это наше личное потребление. Но я знаю, что кто-то скажет, там, для меня это дорого, моя семья небольшая. Я бы, может быть, и с радостью, но пока я еще столько не зарабатываю, чтобы, да, я хочу, там, но не зарабатываю, чтобы делать заказ на 150 баллов. Пожалуйста, для вас есть еще 7 вариантов. Следующий вариант. Показываем каталоги, рекомендуем продукцию, собираем заказы. Принцип такой, чем больше у вас на руках каталогов, тем больше будет заказов. Поэтому от набора льготных каталогов, который идет за 149 рублей, никогда не отказывайтесь, берите их и используйте. И создавайте клиентскую базу. Заказал у вас человек какую-то продукцию, все, вносите его в список клиентов и постоянно знакомьте его с новыми каталогами. Следующий вариант – совместные закупки через интернет. Это очень такой модный тренд. Сейчас многие фирмы этим пользуются, и вы тоже можете стать таким организатором совместных закупок, находить людей, кто хочет приобрести нашу продукцию, можете предоставить им небольшую скидку от себя, да, чтобы они были заинтересованы не просто у какого-то консультанта покупать, а именно вашими услугами воспользоваться, и организуйте вместе с ними совместную закупку. Естественно, вы закажете на свой номер. Совместные закупки с коллегами по работе, с родственниками. Помойте 5 родственников. Если у вас маленькая своя семья, да, но наверняка у вас есть двоюродные братья, сестры, тети, бабушка, дедушка, мама, папа. Помойте 5 родственников. И 150 баллов соберете легко. Очень хороший тоже вариант. Не выходя из дома, как можно сделать 150 баллов за один день. Открываю секрет. У нас вот девочки буквально вот сейчас, прям буквально в эти дни, собирают заказы на 20, на 30 тушей, 5 в одном, там на огромное количество шампуней, Элео, благодаря таким сервисам, как Viber, WhatsApp, либо через социальные сети. Они рассылают сообщения своим знакомым, вставляют картинку, пишут описание продукта и приписком. Если тебе нужна такая тушь, обращайся. И вот за день они собирают по 20-30 заказов на туши, по 10 заказов на шампунь Элео. Ну, можно любые другие продукты продвигать. Буквально вот сидя на диване и не показывая даже никому никакие каталоги. Следующий вариант. Продающая страница, либо продающая группа в соцсетях. Сейчас уже не буду об этом объяснять. Посмотрите, есть подробный вебинар, как создать страничку либо группу в соцсети и продвигать продукцию, собирать заказы через нее. Еще один вариант – нанять продавца, пожалуйста. Есть люди, кто с удовольствием хочет ходить с каталогами, собирать заказы, но не имеет, может быть, желания или возможности зарегистрироваться в компанию Reflame. Но возможности – это если, допустим, не исполнилось даже 14 лет. У меня вот, например, у моих сыновей есть друзья, подруги 13-летние, которые очень хотят иметь доход, приходят к нам, берут каталоги и показывают их своим знакомым. Мы, конечно, так как это подруги моих детей, никаких договоров мы не заключаем. Естественно, с согласия родителей они собирают заказы, зарабатывают свои 20%. Я им отдаю все по закупочной цене, они имеют прибыль, я имею баллы бонуса. Но можно и заключить договор, можно найти незнакомого человека, да, пожалуйста, подайте объявление, кто хочет заниматься продажами, по каталогам, снабдите человека каталогами, пробниками, пусть он собирает заказы, он будет иметь прибыль, вы будете иметь баллы бонуса, всем хорошо. Ну и последний вариант, если у вас есть в семье какой-то человек, который прям, ну такой прирожденный продавец, вообще вот снег папуасам зимой продаст, очень общительный продавец от Бога,
договоритесь с ним, пусть он поработает с каталогами, он будет иметь прибыль, а заказы будете проводить через себя, будете получать баллы бонусом. Будете являться участником премьер-клуба, получать все преимущества, доход от группы, бонусы, ну и так далее. Опять-таки всем хорошо, и ему хорошо, и вам хорошо. Вообще с нашей продукцией не сделать 150 баллов бонус, я не понимаю, как это вообще возможно, потому что продукция у нас классная. Вот я говорила, можно через Viber, WhatsApp рассылать описание про тушь. У нас тушь номер один в России, самая продаваемая тушь, она действительно очень классная, тушь 5 в одном. Помада номер один в России, самая продаваемая, да, помада 100% цвета. Продукты замечательные, румяна в шариках. Это уже из дорогой продукции, которые в Италии делаются вручную, которые настолько оживляют, преображают лицо, и которые, не знаю, вот вечный, вечный продукт, всегда пользующийся спросом. Наши парфюмы. Парфюмерная вода Passes. В 2014 году аромат получил награду Российской парфюмерной ассоциации. Новинка наша, Giordani Gold Essence, это вообще просто что-то с чем-то, это, ребята, это настоящая бомба, это такая классная парфюмерная вода, что я не знаю, я много перепробовала, но это, наверное, лучшее, что я когда-либо в своей жизни встречала. Аромат на все времена понравится буквально всем. А какой флакон, а какая крышечка с 24-каратным покрытием золотым, да? Ну, не знаю, это надо просто просто это надо видеть, пробовать, и, по-моему, невозможно такое не заказать. Вот здесь на этом слайде вы видите мой набор New Age, который я недавно получила, и который тоже у нас скоро будет в продаже, я им уже пользуюсь. Настолько нравится, настолько кожа преображается, становится подтянутая, упругая. Обещают на 20 лет моложе, мне уже страшно, потому что с первого дня применения я реально почувствовала эффект, что вот от одного дня сразу минус один год в возрасте, это точно. Но, ребят, я могу очень долго рассказывать про продукцию, это вообще моя любимая тема. Но в коротком видео обо всем не расскажу. Узнавайте больше о продукции, полюбите ее, и тогда 150 баллами вы просто не ограничитесь. У вас будет и 200 баллов, 250, 500. В прошлом каталоге из нашей структуры девушка сделала лично 900 баллов бонуса. Это все реально, надо просто знать продукцию. Вот вам несколько историй и пример дохода, какой получают люди, кто делает не 150 баллов ровно, да, а больше. Оксанова Дания из города Иваново делает личный товарооборот 550 баллов бонуса. У Дании еще есть группа большая. Смотрите, она сразу получает прибыль немедленную 20%, 5800 рублей. 10% бонус премьер-клуба 2600 рублей идет на предоплату этот бонус. Итого доход 8400 рублей в каталог или 12600 рублей в месяц. Дания рассказывает свою историю. Посмотрите, почитайте. Да не я фанат продукции Oriflame. Дома у меня все, что возможно, от Oriflame, от зубной пасты до тапочек для всей семьи. Еще мы заботимся о своем здоровье, всей семьей пьем витамины и коктейли Wellness. Ну и очень приятно, что за свои заказы я еще и деньги получаю. Для меня это мой бизнес, я не понесу деньги конкурентам, а лучше куплю из себя. Все мои знакомые знают о том, что я в Oriflame, обращаются всегда за новым каталогом. Я с восторгом рассказываю о любимых продуктах, делюсь советами и ощущениями от применения. У меня есть несколько постоянных клиентов, когда-то незнакомые мне люди, которые заказывают каждый каталог на хорошие суммы, за что я дарю им подарки. Рассказываю всем о wellness и выгодных предложениях каталога. На деньги, вырученные таким образом, я заказываю для себя любимое все, что хочу, совершенно бесплатно, не вкладывая своих денег. Вот смотрите, еще одна история. Харева Мария, личный товарооборот, делает 707 баллов бонуса из города Калининграда. Ну, не буду перечитывать ее историю. Смотрите, мой заработок в Oriflame превышает мою зарплату. И главный секрет большого личного товарооборота – это творческий подход к делу. Не бойтесь использовать возможности интернета для продвижения продукции Oriflame. То есть Мария продвигает продукцию, да, и получает такие большие заказы через интернет. Еще одна возможность в современном мире. Анастасия Маракушева, тоже из города Иваново.
Видите, доход Анастасии 652 балла бонуса, доход в месяц 21 343 рубля. Все посчитано, включая объемную скидку за работу с группой. Посмотрите, мечта у Анастасии была купить норковую шубу, поехать в Черногорию, и только благодаря продажам, только благодаря личному товарообороту Анастасия эту мечту осуществила. Ребята, здорово, по-моему, очень здорово, норковая шуба 96 тысяч рублей. Очень круто, Настя молодец. На самом деле, все так смогут. 150 баллов премьер-клуб – это очень выгодно, но на 150 баллах не ограничивайтесь, делайте больше. Если с первого каталога не получается, учитесь. У нас созданы для этого все возможности, обучающие вебинары, тренинги. Все наши самые лучшие лидеры с удовольствием откроют вам свои секреты и научат. Была бы у вас цель и было бы у вас желание. Но я надеюсь, если вы к нам присоединились, то такая цель у вас есть. Все. Всем успехов. Пока-пока. И до встречи на наших вебинарах и в скайп-чатах.